Төлеген Салтанат, Казахстан, Караганда, Каргату. Я вам прочитаю стих Абая Кунанбаева в переводе Александра Сергеевича Пушкина про судьбу. Не изменить судьбы, увы, не изменить. Смех, игры, похвала, друзья, пиры, творения. И женщина, чью страсть казалось не забыть. Все это в жизни, мимолетное явление. Вкусивший раз, нам не уйти от наваждения, влечет и губит нас невидимая нить. Пусть сывок этот мир, нам незачем тужить, дано судьбой это чувство присущения. О, быстротечно счастье, начало и конец, и пусть ты мусульманин, мудрец или глупец, Аллаху все равно, нет разницы большой. Зря ищешь свой приют, ты в хаосе пространства, живому существу нет в мире постоянства, изменчив человек и сердцем, и душой. Стих Александра Сергеевича Пушкина «Жизнь зачем ты мне дана?» Дар напрасно, дар случайно, жизнь зачем ты мне дана? Или зачем судьбой тайны ты на казнь суждена? И цели нет передо мной, сердце пусто, праздену, и томит меня тоской, однозвучный жизни шум.